Здравствуйте, с вами DV Channel. И сегодня мне бы очень хотелось с вами поговорить о том, как производитель компания BRP позаботилась о охотниках, о тех людях, которым необходимо перевозить в своем снегоходе ружье. Мы сегодня с вами видим невероятно удобный, легкосъемный кронштейн крепления ружья. Ружье, которое подразумевается, что вы будете перевозить в кофре компании Colpin. Это кофр Impact 6.0. Кофр, который позволяет вам перевозить ружье с оптическим прицелом, не снимая его. Кто-то скажет, неудобно. Очень много людей, у которых есть, конечно, безусловно, свое мнение. Я уважаю мнение каждого. Но хочу отметить, почему именно в этом месте мы с вами видим установку этого кронштейна. Почему не где-то впереди? Казалось бы, ну, впереди, объективно, ты едешь, все, рядом, дичь там и все такое. Но это незаконно. Охота с моторизированного транспортного средства в Российской Федерации запрещена. Если вы хотите трушной охоты, настоящей, трофейной охоты, которая... Ну, это, конечно, во-первых, это закон, а во-вторых, я, собственно, это мое мнение. Хотите добиться чего-то или добыть какую-то дичь, ну, возьмите лыжи, в конце концов, доедьте до места и добывайте тот трофей, который вы долгожданный, который вы хотите добыть. Другими словами, этот кронштейн для перевозки ружья в чехле Colpin к месту охоты, не более. Установив сюда этот кофр, в котором будет ваше ружье, вы можете быть абсолютно спокойны за его сохранность, оно не потеряется, оно все на булавках, все на карабинах, никогда ничего с ним не произойдет. Это, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Welcome, подписывайтесь, будем рады, если вдруг вы станете нашими подписчиками и будете следить за нашими публикациями в сети. Спасибо вам, до свидания.